Следователи ФСБ возбудили уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Верхнекамского района по прозвищу Сережа Вятич. Молодого человека обвиняют в реабилитации нацизма. Он в прошлом году перед 9 мая в интернете в акции «Бессмертный полк онлайн» разместил фотографию Адольфа Гитлера и написал под ней весьма едкий комментарий. Спустя полтора года Сергея нашли, задержали и попросили извиниться. Именно с этой страницы Сережа Вятич, он же Сергей Плюснин, выложил фото и написал комментарий. На фотографии в закрытом профиле «Советский серийный убийца Чикатило». Это явно фейковый аккаунт. Молодой человек знал, что его могут поймать, поэтому соблюдал правила конспирации. Используют социальную сеть ВКонтакте для публичной трансляции в акции «Бессмертный полк онлайн». Разместил фотографию лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера с надписью «Смеялись всем рейхом». Фото Гитлера и комментарии Сергей разместил в акции «Бессмертный полк онлайн». По словам молодого человека, на тот момент у него были другие взгляды и мысли о Второй мировой войне. А о ветеранах он на тот момент как-то не подумал. На тот момент я придерживался праворадикальных взглядов и считал свой поступок правильным. В данное время от своей идеологии я отказался и считаю свои совершенные действия неприемлемыми. Сейчас в отношении Сергея возбудили уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма». Ему грозит до 3 лет тюрьмы. В суде, скорее всего, учтут прошлую судимость обвиняемого за экстремизм. Сам Сережа Вятич надеется, что публичные извинения повлияют на решение суда. Хотел бы извиниться за свои оскорбления перед всеми ветеранами и участниками Великой Отечественной войны. Михаил Вагин. Место происшествия.